Всем привет! От машины. Все обвалилось, что здесь, что там. Всем привет! Мы сейчас по дороге в одно интересное место. Там есть много колодцев. Мы нашли здесь один из тех, о котором мы не знали даже. Сейчас мы находимся около колодца, которым до сих пор еще пользуются. Им пользуются бедуины. Воды здесь, правда, нет. Но скоро начнутся дожди, и этот колодец заполнится. Тут даже сделали канавку, я вижу, которая собирала воду. Углубление интересное. Как будто чтобы кувшин ставить. Пропил от веревки. В этом месте еще есть несколько колодцев, к которым мы сейчас поедем. Видимо, были дома здесь. О, водохранилище большое. Пещера. Интересный свод такой. Сено с глиной. Такая небольшая пещера, видимо, жилая просто была, или склад. Он недавно тут там сидел. Спустимся, посмотрим, что тут. Да, видно, что это было большое водохранилище. Стоит опора, чтобы не обвалилось ничего, но все же обвалилось. Так, посмотрим, что там наверху еще за дырка такая. Она ведет в то же самое водохранилище, которое мы сейчас видели. О, а вон бедуины.
Вот они-то и пользуются колодцами некоторыми. Они их охраняют, защищают, пристраивают им всякие крышки над колодцами, чтобы вода не испарялась, чтобы мусор туда не падал. Сейчас мы еще одно место посмотрим. Как нам показалось, издалека там тоже есть колодец. Да, действительно, это колодец. Хранилище для воды. Там голуби сидят. Не улетают. Так, посмотрим. Палки лежат какие-то. Колодец очень глубокий. Вот так. Со стороны посмотришь на это место и не узнаешь, что здесь колодец. Вот. Но так как мы очень много их ищем, поэтому уже глаз сам видит. Вот, а так кусты да кусты. Но здесь очень интересное место. Уже более современное водохранилище. У него была крышка из цемента, она обвалилась. Вот дальше у нас есть одно водохранилище вон там. Еще одно вот здесь. И еще также близко он там повыше. А тут дом стоял. Сейчас мы все это посмотрим. Так, посмотрим, что у нас здесь. Похоже на мертвое водохранилище. А может, жилые пещеры. Судя по всему, хранилище для воды. Крыша обрушилась. Вон там мы с вами были только что. Здесь очень хорошее просто место было, видимо, для того, чтобы рыть колодцы. С этих гор спускается вода и попадает. Так, здесь еще у нас есть. Что там? О, они в плашке. Да, старые. Да, пропила от веревок. Он глубокий. Сейчас опустим оборудование, посмотрим. Вот интересно, здесь к этому колодцу идут канавы, по которым стекала вода.
кто бегает там. Чтобы у нас не видеть вообще. Этот колодец, судя по всему, используется, потому что эти маленькие канавы, их бы засыпало, если бы они были сделаны. Там видно, что они проделаны совсем недавно. У нас гости на машине. Ну это точно рабочий колодец. Вода есть? Потому что, не, сейчас-то нет воды, сухо. Но зимой или когда я был весной, вот тут даже ведро висело, поднимали мы. Этим колодцем пользуются, и к нему тоже ведут каналы. Так, пойдем к следующему колодцу. Похоже на хранилище для воды, которая обрушилась. Вон там наверху еще я что-то вижу. Вроде как какие-то жилые пещеры. Вот бедуины еще, красавцы наши. Я вижу, вон у них колодец есть под боком свой. Ну, точнее, они используют чей-то. Они очень часто машину воруют.